Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим сервис, который изначально был создан для стриминга. То есть прямой трансляции видеоигр, есть такое популярное сейчас направление, но мне кажется, что возможностей у него гораздо больше. По меньшей мере OBS Studio или попросту OBS-ка может использоваться для проведения каких-то видеопрезентаций, семинаров, онлайн-курсов. В общем, всего, что требует использования сразу нескольких окон и быстрого переключения между ними. Программа бесплатная и, на мой взгляд, весьма удобная. У меня она при установке говорит о каких-то ошибках, и вообще установка кажется сложной, какие-то пункты, подпункты, но оставьте все по умолчанию, потом в настройках можно поменять. Тут он запрашивает битрейт. Кто-то советует 60 кадров в секунду, но мне кажется 30 достаточно. Глаз вообще видит 24. Здесь я сразу указываю прямую трансляцию на YouTube, но на это тоже не обращайте внимания. Это тоже потом можно поменять. Итак, вот мы установили и открыли OBS. Здесь есть сцены. Сцены — это заранее смоделированное рабочее пространство. Сейчас объясню. Добавляем сцену, например, назовем ее «экран». И сцену 1 переименуем в «заставку». Пока к онлайн-трансляции присоединились не все, а я по легенде сейчас буду делать обучающий вебинар по DaVinci Resolve. Так вот, пока присоединились не все, пусть в эфире висит заставка. Здесь мы добавляем объекты в сцену. На заставке нужен я, то есть моя фотография. Это изображение. Находим его на компьютере и добавляем. Можно менять масштаб и двигать объекты. И нужен какой-то приветственный текст. Тоже добавляем. Что-то только с ошибками получилось. Вообще, конечно, лучше заранее сделать красивую заставку сразу с текстом и сразу выводить ее как изображение. А вот, у нас есть заставка. Теперь перейдем к экрану. Что должно быть на экране во время обучения? Понятное дело, интерфейс программы. То есть надо расшарить экран. Тут у нас получилось как у Земфира, которая разгадала знак бесконечности. Поэтому расшаривать нам нужно не экран, а окно. Вот таким вот образом. Он, кстати, первым увидел Telegram. И его, например, можно оставить. Сделаем только поуже. Причем поуже делать надо не в OBS, здесь это и невозможно, а в самом окне Telegram. Вот такой пусть будет чатик. И добавим, наконец, окно с DaVinci. Даже назовем его, чтобы не путаться. Здесь в выпадающем меню выбираем окно с DaVinci. Тут отображаются все открытые на компьютере программы. И все. Чатик только надо поверх DaVinci положить. Тут иерархия слоев, то что выше, то и видно. Устраивая трансляцию, мы договариваемся, что общаемся в Telegram. Таким образом получаем обратную связь, которую все видят. Хотя вместо Telegram сюда можно вывести чаты из YouTube. Еще, конечно же, нужна веб-камера, но у меня ее нет, простите, куплю как-нибудь. Но в целом это добавляется через устройство захвата видео, и если она подключена, она у вас здесь появится. С экраном все понятно. Источники, кстати, можно в процессе отключать. Если, например, в чат никто не пишет, то пусть место и не занимает. Вы запускаете трансляцию, открываете DaVinci, начинаете в ней работать, рассказывать, общаетесь в телеге, и все это в прямом эфире видят зрители. Да. Еще про звук. Тоже важно. Тут у вас микшер и все подключенные звуковые устройства. Сейчас их два, но они замьючены. То есть отключены. Я включаю микрофон. Его можно делать потише и погромче. А можно опять отключить. И вот я включаю системные звуки. Сейчас только включу какую-нибудь музыку, чтобы было видно, что есть системные звуки. Играет музыка. Также все регулируется, включается, выключается. По сути, это микшерский пульт, почти настоящий. Если вдруг какой-то девайс подключен, но не работает, попробуйте заглянуть в настройки. И все. Сейчас я добавлю быстро еще одну сцену. Например, я заранее подготовил презентацию и планирую к ней периодически переходить. Она. И все. Мы запускаем прямую трансляцию. Заставка. Потом DaVinci. Что-то там делаем. Потом включаем ненадолго презентацию. Показываем, рассказываем. Если надо, что-то крутим по звуку. И опять в DaVinci. Теперь, что касается прямого эфира. Запускается он просто. Запустить трансляцию. Но трансляция должна быть настроена. Для этого в настройках идем в вещание и выбираем тут YouTube. Вообще серверов тут много. Видите, например, Facebook Live. И есть еще дополнительный. Но мы остановимся на YouTube. И единственное, что нам нужно, это ключ потока. Где его взять? Логично предположить, что на YouTube. Переходим в творческую студию.
другие функции и начать эфир. Здесь его можно как-то обозвать, доступ по ссылке, и вот он ключ. Нажимаем «Показать», копируем и вставляем сюда. И теперь, нажимая здесь «Запустить трансляцию», мы автоматически запускаем ее на YouTube. Мы в прямом эфире с режиссерским пультом на руках. В общем, OBS Studio — это круто. Мне кажется, что практическое применение у программы весьма широко. По крайней мере, если я буду вести онлайн-курс, я почти точно воспользуюсь OBS. По меньшей мере, потому что он бесплатный. Все, любите друг друга. Вообще, использовать молоток исключительно как молоток, ну, несколько пошловато. Ему можно найти еще с десяток всяких применений. А вот также и с OBS Studio. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.